Всем привет! Сегодня у нас следующий этап бомбических приключений донок. И сейчас я вам покажу, как выбить максимум. У нас есть водоросли, по которым нужно бить, чтобы их убрать. И у нас маленький крестик, квадратик и большой ромб. Сейчас мы попробуем выбить максимум. Нужно сперва убрать водоросли. Маленькими бомбочками можно это сделать. Потом берем самую большую бомбу и взрываем ее ровно по центру ромбика. Нам нужно выбить всех желтых рыбок, чтобы получить максимум. Еще одну по центру. Оп. Теперь отправляемся в бок. Мятной бомбочкой снимаем водоросли здесь. Берем квадратик. Оп. И повторяем на противоположной стороне. У нас остается 3 мятные бомбочки. Этими бомбочками можно снять 2 вот этих рыбки и 2 стоящих рядом. Последняя бомбочка. Оп. Надеюсь, вам помог этот гайд. На сегодня это все. Всем спасибо.